Всем привет, с вами Кислый, и сегодня мы рассмотрим оружие L115-1. Это очень хорошая снайперская винтовка, и давайте перейдем к ее плюсам и к ее минусам. Плюс, очень хорошая скорость бега, которая иногда нас спасает, а иногда нет. Минус, очень частые неваншоты, то есть это связано с уроном снайперской винтовки L115-1, и это приводит к неубийствам с первого выстрела, и это очень раздражает, и это не удовлетворяет нас. То есть быстренько все разбираем, и перейдем к цене и к тому, чтобы получить это оружие. Вы получаете это оружие с 3 рангов, то есть старший лейтенант 1 ранга, если кто не знает, и 40 тысяч ГП, то есть 40 тысяч очков. Также для получения этого оружия вам нужно будет не только как бы вкачать звание и все. Если кто не знает, сейчас я вам просто так вот, можно сказать, подскажу, если кто не знает, просто многие игроки спрашивают. Вам нужно здесь вот заработать медальки и все вот это вот сделать, чтобы получить и открыть это оружие. Вот здесь даже написано разрешение на L115-1. То есть это вот так вот. И потом вы играете с ним и радуетесь. Очень хорошее оружие, но, конечно, не ваншоты, это единственный минус, который я считаю, и все. Скиллы на L115-1 можно ставить плюс 4 снайперскому оружию, плюс 3 к точности первого выстрела и ловкость плюс 2. Можно ставить также место точность первого выстрела, скорость передвижения плюс 2. Почему я ставлю точность первого выстрела? Потому что я стреляю практически всегда на ходу, не знаю почему, вот надо вот совет даю. Останавливайтесь перед тем, как стрельнуть. Потом стрельните, потом можете бегать. Но у меня почему-то привычка уже как бы и бегать, и стрелять вместе вот так вот. Поэтому я вот ставлю точность первого выстрела, и у меня как-то уже точнее попадает, поточнее попадает патрон, куда мне надо. То есть вот такие вот скиллы можете поставить. Это лично мое мнение. Вы как хотите, так и ставите. Также еще рекомендую вам, если вам надоели эти не ваншоты, то вы можете купить купон на урон, кумулятивные патроны, но я не хочу, то есть ничего там не рекламирую, можно так сказать. Просто говорю, если вам надоели ваншоты, то вы можете купить этот купон. Ну, он, конечно, не будет вам на 100% уверять, что вы будете всегда ваншотить, но все-таки помогать иногда будет. Но я его не буду покупать, я играю со стандартными возможностями. Если не ваншот, то я добиваюсь второго выстрела. Я уже к этому привык. Из купонов у меня все то же самое. Также ставлю берет, чтобы быстрее перезаряжаться. И еще одно. Для снайпера, для каждого, это важно. Это умение пользоваться QQ, а еще быстрая смена. Это очень будет для вас хорошо. Причем L115-1 очень быстро сменяется, допустим, с ножа на основное оружие, то есть на него же. Это очень плюс, это еще один плюс, кстати, у L115-1. То есть, как бы вот так вот. И это кратко все по оружию. Ну, и теста, ребят, не будет, я извиняюсь, но просто тут не было выбора. Во-первых, по снайперским оружиям я не делаю теста, во-вторых. Ну, как-то так. Ладно, сказал Бэт, поэтому давайте перейдем к бою, и все. Я сейчас быстренько найду комнату, и мы там в бою все рассмотрим. Итак, люди пока что не заходят, а я буду демонстрировать стрельбу. Можно стрелять обычным способом, либо... Очень интересно, 7 метров, а меня завала граната. Итак, можно стрелять также в прицеле. Ну, то есть обычный способ, это без прицеливания был. Сейчас, подожди секунду. Итак, у меня что-то тут подлагивает немножечко. То есть, вот, обычный способ. Затем можно пользоваться QQ. Также Т1. Ну, Т1, конечно, быстрее, но я пользуюсь QQ. Также фаззум. Конечно, я заметил одну фигню. Ну, если так можно сказать, потому что по-другому не сказать. У Чайдака фаззум поточнее, чем у L115-1. Поэтому как-то я не сильно привык. После Чайдака. Я с АВП недавно играю. Я даже отмазываться не буду. Так, ну вот я... Просто я сейчас фаззумлю. Потому что мне нужно было пройти и сделать как это можно быстрее. Для своей команды и для себя. Ну, с 10 хп я прошел. И прошел я, кстати, отлично. Намного отлично. Сделал минус 4, пока шел. Играю 4 к 2. Так,
То есть сейчас буду немножечко фазумить и немножечко с прицелом выжидать. Почему я выбрал именно эту карту? Потому что здесь показывается как и ближняя стрельба с дистанции, с ближней, так и дальней. Ой, попал в тапок и не убил человека с первого выстрела. Поэтому... Ой, не тапок, а сапог, в смысле. Ну, какая разница? Это не самое важное. Я сейчас упал, потерял 40 хп. Ну, точнее, 39. Но все-таки в полете... Кстати, заметьте, в полете зафазумил человека и убил его. Что-то я как-то... Ой, я как-то непонятно спустился. Оттуда, потом сюда, потом сюда. Если бы я чуть-чуть вот здесь вот бы не застрял бы, то тогда я бы умер бы самоубийством. Так, вот там вот кто-то сидел. Метан. Ну ладно, нам какая разница. Так, я сейчас вижу то, что здесь двое человек бегут, и их нужно подловить. Вот сейчас вот попал в человека, но не ваншот. Наверное, в вылку попал. Сейчас, секунду, надо перезарядить оружие. Так, здесь я тоже кого-то видел, ага, вон. Так, я уверен, что здесь меня уже кто-то ждет. Нет, меня здесь никто не ждет. Я фейнулся, можно так выразиться. Так, вот. Блин, опять слушайте, в одного и того же не ваншот. Блин, ну, вторым выстрелом я его не смог добить почему-то. Два патрона помазал и... Ну, не смог. Бывает. Вот там вот я что-то кого-то заметил. Слушайте, подождите. Ага, вон. Ну, не ваншот через эту сеточку, потому что это, ну, бывает. Во-первых... да, во-первых, АВП не ваншотит иногда, даже не иногда, а часто. А во-вторых, и через сеточку не ваншотит это дважды. Поэтому это большой минус я сделал, наверное, лучше бы я не лез. Не повторяйте мои фейлы. Для этого я и снимаю обзор, чтобы учиться на чужих ошибках. Так, убиваю фазумом. Здесь я уверен, что кто-то будет заходить сюда, и мне нужно его подловить. Да, вот он. Ну, чувак как-то, смотря в другую сторону, куда-то туда, убил меня, во-первых. Во-вторых, я как-то не успел. Мне бы еще секунду, я бы его убил. Прицел был на нем, но стрельнуть я не успел. Я умер. Так, ну, фазумлю и тороплюсь, поэтому мажу. У меня тут... Подождите, у меня тут еще проблемы. Так, у меня тут проблемы, подождите, у меня... Глаз не видит. Так. Он стрельнул без звука, это во-первых. Во-вторых... а во-вторых... не ваншот через сетку. Блин, глаза уже болят. Так. Здесь я видел, кто-то оружие сменивал на МП7. И... резко... мне это спасло, кстати. Ну, не ваншот, чувак, кажись, просто этот самый, со скином 132 хп, то есть дополнительные хп, и поэтому не ваншот. У меня и так АВП не ваншотит, а у него еще и дополнительные хп, поэтому это для меня двойной минус. То есть просто обходим их. Это откуда? Просто, а, меня сзади убили. Так, меня убили сзади. Я, кстати, забыл сказать тактика боя. Тактика боя, как и на всех снайперках, ничего особого. Просто выцеливаем противника, ждем его, пока он выйдет. Ну, или убиваем. Ну, и убиваем, точнее, вот так вот сказать. Я просто путаю слова, у меня тут... я спать хочу очень сильно, причем. Просто я должен уже сделать обзор, потому что я 2 недели не делал обзор. Там уже люди спрашивают, как бы, ты что, уже все с обзорами зависал, больше делать не будешь? Ну, поэтому вот. Так, я здесь кого-то видел. Так, здесь я точно кого-то видел. Блин, почему он так долго моргает? Почему меня сзади обошли? Вот я не представляю, как меня сзади обошли. Ой. Итак. Мы выходим с прицелом. Да ты издеваешься, граната. Еще граната. Так, ну я видел, один человек пошел налево и
Надо его подловить. Подловить. Подловил. Так. Ну ладно. Почему никто не выйдет? Блин, это фейл был. Блин, я ему в руку попал, не убил, представляете? У меня звук был, типа, я в него попал. Так, здесь кто-то был. Да, здесь кто-то был. Да, вон он, блин, его убили. Выходи, не бойся. Фазум. Граната. Так, зачем? Ну, чувак. Давай, перемагивай уже. Ты издеваешься, что ли? То есть, и еще, я, кстати, в своих обзорах заметил такую фигню. Я иду туда, куда мне не надо. То есть, допустим, я должен показывать также тактику боя, так что поэтому со снайперкой. Вот сейчас вот я просто иду в раш и не думаю ничего, поэтому так не повторяйте, сидите, выжидайте. Да шучу, вы можете и так поступить. Просто играйте хорошо. Это самое главное. Не позорите свою команду, и все будет классно. Я сейчас просто делаю такую фигню, пока на меня, блин, никто не обращает внимания. Ну, мне кажется, сейчас уже будут обращать. Там такой фигня есть. Сейчас я вам покажу, если сейчас смогу. Я вот сейчас просто АВП не успела перевернуться, если так можно выразиться. И я не успел человека попасть. Фух. Я уже не могу, мне как-то тяжело дышать. Сейчас я вам покажу. То есть сюда, ну и туда, там запрыгивайте и там поднимайтесь. Как не ваншот? Ну вообще бред. В плечо попал, не ваншот. Ну это я о чем и говорил, оно не ваншотит, то есть оружие. Это раздражает, причем очень сильно. Блин, я в человеку между ног стою, ну ужас. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Вот сюда, сюда. Сюда. И... Да ты издеваешься, что ли? Я так красиво вышел, так красиво все сделал, ну ты... Взял и обломал меня. Давайте 9 нажмем, потому что он уже четвертую голову ставит. И мне кажется, он наим. Потому что сейчас вот он вышел, он стрелял в одну. Я не уверен, что ты почти ромбик может такой вытворять. Ну, конечно, я могу, а он нет. Я же лимон. Такое только лимон умеет делать. Все остальные не умеют делать. В этом я уверен. Вот так вот. Я, конечно, не снайпер, я, скорее всего, аугер, потому что с аугом как-то лучше играю. Хотя раньше с АВП лучше играл. Так, здесь никого. Да просто никого. Скучно с ними играть. Ой, я кого-то видел. Да ё-моё! Еще и стрельнул заодно. Вообще, ой, блин, сначала стрельнул, потом прицелился. Фейл. Да кто? Ну-ка. Блин. Ну, чуть-чуть не миллиметр до него оставалось. Игра 24 к 17. Сейчас уже будет заканчиваться. За одну смерть я сделал минус 5. Ужас. Ну да, на уге я бы лучше играл. Так, ну вот, я сыграл 24 к 17. 323 опыта, 234 очков. Давайте найдем какую-нибудь другую карту и рассмотрим там уже все ее превосходства, точнее, это очень плохие. Вот, серьезно, вот не только меня, я уверен, это раздражает, вот эти вот неваншоты. Потому что это правда, это очень раздражительно, тем более, когда только ввели это оружие, это вообще ужас был. Так, ну вот, я нахожу библиотеку и, ого, здесь нормальные люди, наконец-то. Первое, я вот хочу за них пойти, почему? Потому что, а хотя подождите, блин. Чувак, ну выйди. Так, секундочку, я на паузу поставлю, хочу, чтоб... Нет. Короче, сейчас в бой пойдем, да и все. Хотел это самое, за галочек зайти. Ну, потому что это самое. Ну, там же ромбики. Ну, они типа отцы, ну, туда-сюда. Ну, я просто не вписываюсь в их ряды. Потому что я играть не умею, и я должен... Да ты издеваешься, что ли? Почему он так быстро выходит? И, во-первых, это был не ваншот. Во-вторых, почему он так быстро выходит?
Вот это мне очень интересно. Так, ну я вот видите, я просто бегу, я вот не прыгаю, играть на снайперках, выжидать, я вот только бегу. Да, блин, что мне мешает-то, а? Очень долго целился, но это хотел в голову. Я попал в пиво. Ну ладно, вторым фазумом я его все-таки зафазумил. Блин. Не, лучше, правда, я буду за красных, я зашел за синих, за миротворцев. Ну, беда, печаль, печаль, беда. И вновь одна сидит. Что я несу? Да и просто сунны, не обращайте внимания. Да, я все, короче, все, собрался такой. Вот, все. Сейчас я сижу такой на батарее. Если кто не знает, можно здесь вот так вот взять и запрыгнуть. Сижу такой. Такой сижу. И не ваншот. Конечно. Прям в тапочек. Не, вот тапочек как-то лучше, чем значок. Ой, значок. Не, правда, я что-то как-то упорвался совсем. Ага, опять в тапочек убил. Я упорвался, да. Я не знаю, где джать или нет, просто чуваки кикают его, а я не уверен. Ну, я не буду кикать его. Взеваван тоже тащит. Не будем тащеров кикать. Тем более, кто против. Особенно, если это чит. Уху, еще и в голову попал. Та-та-та. Та-дам. Не, я, конечно, мог остановиться, но было поздно. Да и во-вторых, как-то кнопку отпускать не хотелось. Знаете, что я сейчас сделаю? Я пойду. Да, я так и знал. Просто вот мысли мои прочитал этот доктор Е. Ну да ладно. Так, ползем. Блин, надоел уже. А вот не могу вот это вот все долго, это все так долго происходит. Кидаем гранату туда. Вован. Ахаха, прекрати. Ёпус, ты где спрятался-то, а? Ладно, все, правда, сейчас соберемся, подождите. Что-то как-то я правда наблю. Выходим сюда. Блин, а шо ж ты так выпрыгнул-то, а? Давай. Давай. Я тебя жду. Давай. Ну как хочешь. Да ты издеваешься, что ли? Только ушел, он вылез. Блин. У тебя полбашки на текстурку повалилось, чувак. Просто фазумом попадаю я в тапок, не меньше, чем. Та-дах! Я ему вроде бы в голову скопять поломанного попал, да? Ужас. Короче, сейчас все будет. 10 минут времени есть, ну чуть поменьше. Сейчас в натуре все будет. Так, наконец-то я подождал, пока он помогает, а потом уже только стрельнул. Да ты... Не, ну ты как? Не, ну это возможно, но... Так быстро двигаться с АВП? А, это АВП, блин. Блин. Уху-ху, нифига он выдал. Чувак просто шел и с одного патрона двоих убил. Или у меня лагануло. Да как я в встречу-то не попал, а? Фейл. Стой. Гранаты вообще непонятные, зигзагом летают. Блин, ребята, я правда извиняюсь, что я какой-то бред несу. Мне правда стыдно, но в то же время я очень сильно хочу спать. Я не знаю, я уже в минусе играю. Нет, я еще не в минусе. Мне правда надо собраться и нормально вытащить. Тут гранаты летают, все летает. Опять гранаты, да они издеваются, что ли? Я уверен, он вылезет.
Вылези. Ну давай, вылази. Блин, помазал. Да что ж такое-то, а? Ну да. Не получилось. Я вот думаю. Да, я убил его. Да что за бред? Стримил в человека, вроде как все норм, но помазал. Ух ты, что-то как-то я быстро понял. Как не ваншот? Да вообще бред. Он даже не дернулся после выстрела. О, я на первом месте. И бой подходит к концу, и наш обзор тоже подходит к концу. Но не переключайся, у нас еще в конце сюрприз будет. Да. 18-13 сыграл. Там с чем-то опыта и с чем-то очков получил. Ну как-то так. Я просто уже забыл даже это сказать. Кстати, ребят, забыл сказать то, что у АВП починка за один бой составляет 400 ГП, поэтому за два боя я плачу... Лидер комнаты. Ясно, понятно. За это, поэтому за два боя я плачу 800 очков. То есть за один бой мы тратим 400 ГП. Это очень еще один большой минус, я считаю, потому что разработчики уже просто, я бы выразился по-другому, но скажу так, офигели, потому что, ну, такая цена, такая это все, ну, это бред полный. Легче купить рейнджмастера и играть с ним. Нет, нет, не рейнджмастера. Хотя да, может и рейнджмастера. Так, ну, этот обзор подошел к концу. И, ребят, меня тут попросили на днях такую фигню делать, типа оценивать оружие по 10-бальной шкале, то есть как бы несколько баллов из 10. Вот я ставлю 7 из 10 баллов, почему 7, потому что оружие очень хорошее, прям офигенное, но минус, это не ваншот, и этот не ваншот, он даже просто вот я вот сейчас играл, вот при вас, ну, мои свидетели. Там были не ваншоты даже противников, у которых нету ни 10%, ни 120 хп. У них просто было 100 хп, но я даже в них не ваншотил. Хотя попадал где-то в таз. Ну, где-то так. Ну, поэтому только 7 из 10. 7 баллов. Вот и все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал, да, то есть вот это там вот все будет на... в описании под видео, и группа ВКонтакте также будет, туда вступайте, там будут новые видео, я туда все вылаживаю. Следите за обновлениями, ой, за новостями. Я уже очень сильно сонный, поэтому всем спокойной ночи, сладких снов, ну, кто сейчас идет спать. И спасибо за просмотр, с вами был Кислый, Лимон, Доктор и так далее и тому подобное. Пока!